Сингапур. Ну, без чувака только. Брехня, конечно. Брехня полная. Вранье, мы не едем никуда. Мы едем в порт Диксон. О, глобли, да. Красиво. Жарко. И жарко, кстати, опять. Может, ты кто-то открыл окно? Наш отель. А вот лестничка. Две двери. Лестничка вниз. На 4 персоны. 9.21. Вот, две комнаты. Сейчас сняли номер в гостинице. Гостиница, в принципе, нормальная. Ну, номер хороший. Сколько это получается в долларах? Сколько получается? У меня 200 стало залогом, 200 за покупку. Нравится тебе отель? Отличный отель. Ровно 50 долларов. На один день прекрасно. Вообще. Намасте. И не важно, что они меня не понимают, походу. Слушай, какое-то это дерьмо с этим дождем. Вообще не в тему, да? Сегодня индийский Новый год. Сегодня индийский Новый год. Мы приехали на их местные пещеры. Бату Кейвс. И сегодня, типа, тут какое-то празднование, но идет очень сильный дождь. Так что не повезло. Вот ожерелье из цветов, они тут их одевают на индийский Новый год. Вот такая вот красотка я теперь хожу. 275 ступенек, и мы будем наверху. Что, папа, слабо? Я думаю, что где-то на 100 я еще зайду, а потом нет. Потому что я буду терять свое пузо, раскормленное годами. Свое годами. Роскошное пузо. Годами разъетая пузо на яхте. Да, она видела? Нет. Я только что фотографировал на телефон, так вот телефон пытается распознать лицо у статуи. Вот такое вот тут развлечение, собственно говоря. И, собственно, пещеры. Тут очень много людей из Индии, потому что, как я уже раньше говорила, сегодня и следующие пару дней будет индийский Новый год, который называется на их языке Дипавали. Say hello. Thank you. Пещера. Там, наверное, непонятно будет нифига, но... Вот мы с папой в пещерах. Папа, как тебе? Отличные пещеры. Очень большие, очень красивые. И вообще индусы здесь очень прикольные. Я купила себе символ их Нового года. Ну, я не знаю, символ или нет. Но теперь я, короче, вся тут синенькая и розовенькая. Ой. Ну, короче, сними меня. Вот, и все, короче, очень круто. Эти пещеры очень классные, мне все очень нравится. Вот. Все идите туда. Мы исправляем ошибки. Мы ждем такси. В Инстаграме. Исправляем ошибки прошлого. Ошибки прошлого. Удаляем плохое прошлое, загружаем хорошее будущее. Инстаграм реинкарнация. Мы с папой в Куала-Лумпуре. Удивительно, удивительно. Как у нас получилось посмотреть на эти башни? Внимание, башни. А это Куала-Лумпур, все вокруг, да? Сними меня, я прыгну. А это куала-лумпурцы, хотя нет, это, наверное, туристы. Ну что, тебе нравится? Да, мне очень нравится. Чем тебе нравится Куала-Лумпур? Так, красивыми башнями. Башнями! А что здесь еще есть? Ничего! Ничего, только башни. На самом деле, очень прикольный город, очень движниковый, очень движниковый. Ты уверен, что ты нас снимаешь? Ну, конечно, я уверен, что я нас снимаю. Кого еще снимаю? Давай, улыбайся, нас снимают. Кто-то. Так вот, Куала-Лумпур, офигенный город. Мы... Что мы делаем, кстати, завтра? Завтра? Идем, да, на MotoGP. Башни Близнецы Петронас. Вот оно так вот все выглядит. Пап, нравится тебе? Да, нравится. Вот смотри, машинки Формулы-1. Та-да-дам! Петронас – это спонсор команды Формулы-1. Какой, я не знаю, но тут так люди говорят. Тут уже долго отдыхаем. Мы успели ассимилироваться под местных жителей. Пап, покажи свой наряд. Все потому, что здесь очень мощная индийская культура, поэтому, да, он ходит тоже в таких пончо. Это пончо мексиканское, да? Правильно я называю, да? Правильно, правильно. Правильно, правильно. Мексиканский. Почти хиджаб. Почти хиджаб и мексиканские слоны.
Выходим в свет. Между прочим, вышка телевизионная, самая высокая точка. Блин, туман. Ничего, это не туман, это смог. Ой, сейчас будет там габелла. Ну, башни прикрылась. Мне кажется, они выше, кстати. Здесь так высоко, что нету связи на телефоне. Да? Да. Жесть. Как же я буду листать Facebook с такой высоты? Как же я буду постить фотки в Instagram? Ужас. Ужас. Кстати, мы находимся на высоте туч. Вот грозовой шторм идет. Прямо в туче, прямо в туче. Быстро пьем, танцуем и уходим. Держи. Да. Угу. Что, идем клуб Чайна Тауна? Да, давай. А я не смогу снимать, оно будет капать на меня. Ничего, все. Ничего, не такого просто. Я не об этом, я имею в виду, что будет некрасиво на камере. Если бы я жила в Куала-Лумпуре, я бы Чайна-Тауне не часто бы зависала. Да, вообще китайские кварталы самые прикольные. Вообще жить тут прикольно, мне да. кажется. А идем, знаешь, куда? А пошли внутрь Чайна-Тауна. Идем. Это же мы вчера такси брали. Да, да. Все, еще снимать? Ну, можно чуть-чуть пройти еще. Сзади были все футболки. Пирожки. Я выключаю. Ресторанчик в китайском квартале, в кафешечку, точнее, поужинать. Ну, тут, как всегда, понятно, пластиковые столики, стульчики. Но мы заказали себе кучу всякой вкусненькой китайской еды, так что, я думаю, все будет очень хорошо. Я взяла себе курочку такую нарезанную. Это вкусную. Утка была. Утку. Да, утку. И еще взяла себе рисовые чипсики. А папа что-то себе взял? Что себе взял? Себе пиво взял. Здесь больше есть нечего. Да ну. Да ладно. Слушай, здесь только бухать. Здесь если не бухать, невозможно ничего. Посмотри вокруг, посмотри вокруг. Посмотри вокруг. Он чувак сидит прискипливый, на нас смотрит. Ничего не... Ужас. Короче, я себе взял курицу. Мне дуриан не надо. Я себе взял курицу и рис. И, ну, естественно, пиво. Как же так? Помогает. Как же без пивчика? Я же не могу не пить. Мы проснулись, и мы все вместе, все вчетвером, нашей командой большой, дружной, едем на MotoGP. А я еще сплю. А я еще сплю. Мужчина, проснитесь, вы сидите. Я не сплю. Что ты снимаешь? Я очки достаю. Так, итак, куда мы едем? Эй, люди. Гран-при. Мы едем Оле находить жениха, дедушку Росси. А может и Диане. А вообще-то я думал мы едем в Сипанк. Ну ладно. Мы едем на мотоцикл смотреть. Столько у каждого свои задачи. Вот Александр, например, вообще хочет в машине поспать. Не, Александр хочет Олю спарить Серджио Росси. Александр хочет Олю. Мы потом ездили бы в Италию, нам бы давали мотоциклы всякие кататься. Ну так чисто посмотреть, как оно будет. Чисто поржать. Мотоциклов на трассе MotoGP. Дождевая гонка, да. Будут мне. Ты зло маленькое. Да. О, вот и вертолетик летит.
движничок тут, движничок, не вопрос. Здорово, привет. Привет. Это не фото, это видео. Что ты думаешь, Дана, тебе нравится? Штука, а тебе? Я мурашки покажу. Читайте по губам. Национальные команды. Поддержки. Да. Я не знаю, кого они поддерживают, но я отобрала у них кепку. Они поддерживают рост. Кого же они могут поддерживать? Какой малазийской сборной? Что они говорят? Малазийской сборной по футболу. По футболу на мотоциклах. Мотоциклетная пола. Скорее всего, Украины, потому что все. Нет, вы понимаете, что вы будете звездами Ютуба, да? Вы понимаете? Самые крутые блондинки в мире. Ничего, они победят. Они тот же пик. Конкурс, кого не представить. Вы за кого болеете? Это не футбол? Это не мотопол? А что здесь нет? Динамо Киев? Шевченко? А где Кличко? Шевченко? Катастрофа вообще. Дали джазу. Да на губы спрячь. Да, Саня.